события. Для тебя событием является путешествие в пространстве. Посещая дальние города и страны, ты никогда не возвращаешься оттуда прежним. Для меня событием является путешествие в мой внутренний мир, о реальности которого свидетельствует время моей жизни, потраченное на эти путешествия. И да, из них я тоже никогда не возвращаюсь прежним. События.